Феррари. Я, в общем, на тебя подписалась. Посмотрим. В сообщениях напиши, я потом просмотрю. Ой. Александр, то, что вы сейчас написали, звучит вкусно. Зря я сейчас это спросила, потому что кушать захочу. Владимир, у меня тоже есть рыба. Ну, понятное дело, что я у вас в юрте не была. А что у вас там в юрте? Да, точно, я с вами согласна. Голодной не останусь. Не, ну хотя я видела, как юрты и строят, и как там внутри. Там очень тепло. Ой, телефон едет. Да, он едет. А, задры капот. Ну, выйди на улицу, посмотри, что у тебя там под капотом. Я откуда знаю, что у тебя под капотом? Владимир, не, лучше к нам, у нас газ. Вы знаете, будет тепло, когда газ подключишь хорошо. А если экономить, не тепло. Дровами хорошо. Как натопится, будет тепло. А газ нужно так хорошо отопить, чтобы было тепло. Поняла, Александра, и вас. Что шукаешь? Кого? Ты тут? Кого? Ножницы? Да. Не, Саш, где ножницы оти? Ты донались. Ты чё? Я да уже... потому что я там с шей. Да и шо? Кстати, ты меня сейчас открутишь, и все эти мои средства для ногтей просто посыплются там. Там... Стасик, иди ножницы возьми. Там не есть. Ножницы, кусочки тебе не трогай. Мне удобно еще тут. Я не мягко. Вот тут, 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 тут. Сейчас
Найду, давай. Все порог, потому что... Щоб не загубив. Ой, ось щось нема у мене. Стасик, да, это брат. Станислав. Александр, у меня корни с Одессы. Давно не живете в Одессе? Коварный смех. Владимир, я живу почти с границей Казахстана. Казахстан. Все же интересный народ тоже. Но я так понимаю, Казахстан, они же не считают себя русскими, так? Как-то я слышала. А, я поняла вас, Александр. Дед похоронен. Скажите мне, пожалуйста, а почему здесь тут такой актив большой? Смотрит 220. Сколько стоит у тебя приват? Нисколько. Потому что его нет. Александр, в Казахстане 40% славян проживает. Он, наверное, в Оренбургской области. Тут просто девушка красивая очень. Нет, ну... Есть приложение Танго. Тоже ж такое же самое, как и это приложение. Но только там актива вообще нет. Тут ты сразу...